возможность побывать в Москве. Вот они. 57 600. Полицай, ты пошел в услужение к фашистам, фашистскую полицию. Русский человек, рожденный на русской земле, скормленной русской матерью. Ты совершил тягчайшее преступление перед Родиной. Что бы ни толкнуло тебя на этот позорный путь, животный страх перед оккупантами или оккупантские сребреники, все равно не будет тебе пощады, предатель, если ты вовремя не опомнишься и не искупишь свою тяжкую вину перед Родиной. Час расплаты близок. Красная армия наступает. Освобождены десятки городов и населенных пунктов. Скоро она придет в те края, где творишь ты свое черное подлое дело. Тогда не сносить тебе головы. Народ проклянет тебя, вынесет смертный приговор и приведет его в исполнение. Хочешь жить? Хочешь искупить свою вину перед Родиной? Забирай оружие оккупантов и уходи в партизанский отряд. Там встретят тебя родные русские люди. Вместе с ними ты сможешь выполнить твой священный долг перед Родиной, перед русским народом. Повернешь оружие оккупантов против оккупантов, Родина простит тебя. Останешься полицаем, Родина жестоко покарает тебя. Опомнись, русский человек, отказывайся служить проклятым оккупантам. Переходи к партизанам. Он сдался уже подальше на запад, под Волоковыском. Генерал-майор Шмидт был начальником инженерной службы 9-й немецкой армии. Он строил все укрепления, которые сокрушил натиск советских бойцов. Генерал от инфантерии Гольвицер, командир 53-го армейского корпуса. Всего 19 немецких генералов. Сегодня они промаршируют впереди своих плененных войск.